Я продолжаю рассказ про виллы Аль-Барари. В этот раз на самом микрорайоне останавливаться не будем. Сразу же перейдем к виллам. Я нашел два типа вилл, про которые я расскажу. Итак, вот это вот первая вилла. Это вилла современного дизайна Харисия. Это более поздняя застройка. Она уже полностью готова, но была построена более позже, поэтому зелени даже видно здесь со снимка. Зелени здесь поменьше будет. Виллы меньшего размера, с меньшим земельным участком. Но все равно это классно. Это часть проекта Аль-Барари. И просто как бы кто-то любит классику, а кто-то предпочитает современный дизайн. Вот так вот будет выглядеть вилла. То есть четкие формы, большие стекла. Вот, более низкие потолки, более простая отделка. Но все равно все выполнено стильно, классно, современно. И я знаю, что вот подобные виллы у очень многих людей вызывают только положительные эмоции. Вот, светлая, большая, просторная, красивая. Хотя я лично предпочитаю классику. Но и в этой вилле тоже очень много достоинств. Это просторы, это свет. Вилла продается полностью меблированный, что тоже большой плюс. Когда вот вы видели виллу пустую, и вот сейчас, когда уже с мебелью, но она просто по-новому заиграла, видите, как стало уютно, красиво. Окна выходят прямо в сад. Мебель очень классная такая, дорогая. Частный бассейн. Зона барбекю здесь организована, выложена керамогранита. Вот это Аль-Барари. Я про первую опцию рассказал в предыдущем видео с классическим дизайном. Это современный дизайн, вариант номер 2. 5 спален плюс комната домработницы. Площадь виллы 620 квадратных метров. Участок 450 квадратных метров. Цена 18 миллионов дирхам или 4 миллиона 932 тысячи долларов. А сейчас мы продолжим, и я расскажу про третий вариант виллы, которая была построена тоже в Аль-Барари, но уже по эксклюзивному проекту, потому что там продавались готовые как бы виллы под строитель, уже как бы строящиеся от застройщика, но также продавались еще и отдельные участки под частную застройку. Вот так вот эта вилла выглядит. Дизайн отличается, но это тоже современный дизайн. Это я бы уже отнес даже к категории не вилл, а мэншнс, поместье, то есть огромная вилла. Эта вилла также полностью меблированная, причем мебель брендовая.
Мебель брендовая от бренда Versace Furniture, то есть мебель Versace, мебельный бренд подразделения Versace. Отделка тоже не типовая. Вот здесь обои. Интересная такая вот плитка мраморная, наклеенная на стены. Телевизор огромный, плазма. Все это продается вместе с виллой. Ну, вот, пока по углам бассейна пальмы. Очень такая вот интересная вилла современная, но и как бы в нашем чарте это самая высокая цена. Вот так вот она выглядит еще раз. Итак, это также сам Аль-Барари, третья опция, современный дизайн, вилла 5 спален с мебелью Versace, полностью меблированная, с отличным огромным телевизором, с интересной отделкой. Площадь виллы, внимание, 1305 квадратных метров. Про размер участка я не знаю, но он должен быть еще побольше, чем вилла. Я думаю, около 20 соток где-то, на так вот визуально по прикидкам. Цена 28 миллионов дирхам или 7 миллионов 672 тысячи долларов. Вот, пожалуйста, посмотрите, выбирайте. Вам нравится классика, вам нравится современность. Что из современности? Ну, то есть, я вам представил прекрасные варианты, которые очень трудно найти. Я уверен, они быстро все будут проданы. Потому что Аль-Барари говорит само за себя.